Пещеры Вайтома – одна из главных достопримечательностей северного острова Новой Зеландии. Когда-то в этих местах хозяйничал океан. После того, как вода отступила, в подземных гротах пещер начали формироваться условия, идеальные для обитания уникальнейших организмов – грибных комариков-светлячков. Именно они создают в пещерах Вайтома то фантастическое зелено-голубое свечение, которое превращает своды гротов в усыпанное мерцающими звездами ночное небо. Некоторые исследователи полагают, что светлячки в пещерах Вайтома светятся от голода. Этим светом они завлекают в свои сети ловушки разнообразных насекомых. Однако есть и другая точка зрения. Согласно ей, светлячки питаются спорами грибов, а свечение – это просто своеобразное украшение диковинных пещерных червей. Кстати, если кричать или даже просто громко разговаривать в пещере, светлячков можно напугать, и тогда их магические огоньки потухнут, погрузив все в темноту. Ирина Кушнирова, Окленд, Новая Зеландия.